собирались переехать, не переехали. Да, да это, какая зашибка. Ну, тут дебилизм такой, понимаешь, наш командир даун полный. Задолбал уже всех. Вчера такая ругачка была, тут вообще жопа. А что такое? Ну, все из этих окопов и так далее. Он тут дебильные команды дает, мы уже отказываемся. Он такой, все, идите, рапорт пишите. Я говорю, тебе надо, иди, пиши, говорю, рапорт. Задолбал, уже. Я говорю, дебилой, какие-то команды, говорю, свои даешь. Я говорю, он нас в одну эту хочет, в один окоп загнать нас, чтобы туда снаряд упал, чтобы там все погибли. Я говорю, ты что вообще, говорю, больной, говорю, что ли? Сказали, больше, прежде чем сюда ехать на войну, сказали, больше 3 человек, чтобы в одной яме не было. Не было, потому что это цельно, нафиг, сразу убивают. Вот с**а какой, а. Ну он же с вами, падла, он вообще свою жизнь не ценит. Ну ему плевать, он когда здесь мы с ним были, он потом рассказал, что ему как бы его жизнь, как бы ему пофигу. Я свой себе сам окоп рою. Я сказал, я не полезу в эту могилу. Я говорю, хотите умирать, я говорю, снаряд прилетит, я говорю, вы все погибнете. Я дебилоид какой-то, меньше месяца до дома осталось, он ерундой тут занимается. Уже никто не хочет делать, уже у всех спины болят, уже тут ты болеешь, насморк, спина, руки. Ты просыпаешься, уже ты окоп, уже даже кулак не могу сжать, потому что сил нету. Ты знаешь, это, когда назад были, что-то, это, ты же рассказал за эту колонну. Если остановка, сынок, выскакивай и беги нахуй подальше от этих машин. А уже конечно, уже все. Мы, да, уже не сиди, домой, не жди нахуй. Все, уже контракт закончен, пошли в жопу. Я не собираюсь погибать в этих машинах. Полудурщик. И ничего, ничего же жизнь не учит, понимаешь? И каждый раз же так ездит. Каждый раз так ездит. Люди гибнут, машины разбивают. И каждый раз ты знаешь, тупорылые ездят. Ага, как специально вот, сука, а. Че творят? Че вообще без мозгов? Даже я, человек не военный, совершенно понимаю, что так нельзя делать. Это неправильно. Ну, а видишь, что ужас. Тупорылый. Каждый раз они те же грабли наступают, и все равно. И понимаешь, ага. Стреляли, убирать человека, я тебе сказал, погиб недавно у нас здесь. Да, да, которого да, не довезли. Да. И мы же ага. там же практически рядом роем окопы. Ну, ты, я не могу понять, здесь дауны, понимаешь? Просто дауны. Какой ужас.